замерзли с треском небеса и с воем ринулись оттуда, срубая головы церквям и славя красного царя на мои бледные иуды. А вы в США? Нет, не США. А вы откуда? Город Санкт-Петербург, Россия. А, понятно. Блогер, стример или regular user? А, я не понял последнее, что вы сказали. Я просто юзер. Но вы блогер, стример или простой юзер? Нет, просто юзер. А, понятно. Нет, я не из США, я из Канады. Недалеко тут США, собственно говоря. Я просто смотрю, у вас солнышко за окном. Ну, сейчас пасмурно, вообще-то дождик идет. Ну, у меня просто в Петербурге тоже пасмурно, но солнышко, тем не менее, уже за горизонтом. Я просто о том, что... И белые ночи у вас кончились, да? Да, так давно. Они в конце июня, в середине, в конце июня заканчиваются уже. А у вас короткие, в Архангельске побольше. Чуть-чуть меньше месяца. Там до середины июля, по-моему, или даже до конца. Ну, там, видимо, еще севернее. Просто я так понимаю, что чем севернее, тем Естественно, да. Понятно. Вы на какие темы беседуете в рулетке? Вы знаете, я новичок, поэтому... Ну, люблю, честно вам скажу, экономика, политика, взаимоотношения России и Украины. Вы в Канаде, поэтому вряд ли мы сможем с вами обсудить что-то. Ну, я как раз эту тему обсуждаю. А зачем вы, пардон, маску носите дома? Честно вам скажу, я социофоб, мне так проще общаться с незнакомыми людьми. А, потому что маска немножко, так сказать, искажает ваш голос. Но терпимо. Да, я понимаю. Вот. Тем более она у вас такая фундаментальная, если простая вот такая, она меньше искажает. Но я тоже обсуждаю эти вопросы, в частности, на своем канале. Вы хотя под запись идете, имеете в виду. Если хотите знать название канала, могу дать, можете зайти. Звучит угрожающе. Ну, нет, произнесите, просто, если не забуду, зайду. Просто предупреждаю, чтобы по-честному было. Да какие у вас вопросы по взаимоотношению Украины и России? А, да, вопросы. Я вообще интересуюсь, как люди относятся к политике Зеленского. Вот меня интересует вопрос, что современный украинец вкладывает в понятие москаль. Ну, я политика, это деворд политика Зеленского, это все равно, что еврей-дворник или колобок повесился. Поняли? Ну, я понимаю, вы относитесь с юмором, скажем так. Да, сама фраза политика Зеленского, она бессмысленна, так же, как колобок повесился. Ну, хорошо, а каковы причины вашей иронии? Вы считаете ее не самостоятельной или сама персоналия кажется вам неподходящей? Почему вы так считаете? Ну, конечно, он не самостоятельный. Хотя признак самостоятельности он частично проявил, когда вышел из-под влияния Бенни, но это все под давлением этих самых, в общем-то, Запада. Его ж Бенни проталкивал, так сказать... Ну, в президенты, вы знаете, Коломойский. А он сейчас выходит под его влияние, типа он считает, что он его обманул. Но я думаю, Бенни ему укажет на место в итоге, к Зеленскому, где ему быть. Ну, и, честно говоря, я, пожалуй, с вами соглашусь. Мне кажется, что Зеленский является проектом Бенни, но впоследствии вышедшим, так сказать, из-под контроля. Но, опять же, мне кажется, что... Коломойский, так сказать, его до конца-то и не отпустит. Мне кажется, что там есть ниточки посерьезнее, чем связи деловые и бизнес, скажем так. Ну, то есть, мне кажется, за что-то он должен держать его. И эти интересы должны быть больше, чем материальные. Ну, поживем, увидим. Как видите, я не знаю, правда, чем с Приватбанком история закончилась, но, как я понимаю... Вы опять микрофон поднесите, если не хотите маску снимать, микрофон поближе держите. Хорошо. Вот так нормально. Ну ладно, я вас понял мысль. А вот скажите, как вы относитесь к Укрмайданам 5-го года и 14-го? Про пятый ничего не могу сказать, я не следил за ним, ничего не знаю про него, честно вам скажу.
Я знаю, что он был помаранчевый, по-моему, если да, не ошибаюсь. Да, 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 был помаранчевый. Это практически все, что я о нем знаю. Ну и о том, что результатов, по сути, никаких не достигнуто. Ну то есть был заявлен рух в Европу, это, так я понимаю, начало было руха. И так, собственно, ВОЗ и ныне там. Ну понятно, я понял ваш ответ. Но я имел в виду, в общем, в вопросе чисто ваши отношения с точки зрения исторических аналогий. Вот. Многие россияне там смеются над этими майданами, а фактически вот эти майданы два, особенно 5-го года, это копия событий в вашем городе, которые произошли 5 января 1918 года. Что произошло? Ну, я бы с вами не согласился. Ну, а вы знаете, что произошло в вашем городе 5 января 1918 года? Ну, я полагаю, вы... Не, подождите, 18-го года? Нет, не знаю. А вы что имели в виду? Я сначала подумал, что вы говорите о Великой Октябрьской революции, но потом понял, что нет. Великая Октябрьская революция или там Октябрьский переворот, как иные называют, он произошел 7 ноября по старому стилю 25 октября 17 года. Вот, да, да, да. А я вам говорю про 5 января 18 года. Это была полная копия того, что повторила Украина в 2005 году. А это, подождите, это когда коммунисты и временное правительство... Ну я вам сейчас расскажу, сейчас поймете. Вы же просто не очень ориентируетесь в 5-м годе, я вам поэтому должен и про 5-й год в Украине рассказать. В Украине, значит... силы, определенные силы украинонационалистические, которые не согласились с итогами выборов между Ющенко и Януковичем, устроили этот так называемый Майдан, вследствие чего вынудили Януковича, отменили итоги выборов, где победил Янукович, и назначили так называемый отреточно-третий тур, где в итоге приписали победу Ющенко. У вас, в вашем городе, 5 января 1918 года произошло событие, с которого Украина взяла пример. Произошел разгон учредительного собрания. То есть было учредительное собрание, на которое большевики изначально согласились, ибо, как они считали, имели поддержку в обществе. Но они с треском проиграли эти выборы. Если вам интересно, кому, я вам скажу, правым эсерам. Поскольку они были, и левые эсеры рассчитывали набрать второе место, а набрали в итоге только, по-моему, пятое, а большевики четвертое. Соответственно, левые эсеры, скооперировавшись с большевиками, разогнали этот вновь избранный парламент путем вооруженного его окружения и объявления его закрытым. Матрос Железняк, слышали такого? Нет. А Павел Дыбенко, у вас даже улица есть, по-моему. Да, она недалеко находится, да. Вот коммунисты поручили это неблагодарное дело Дыбенко, а исполнял непосредственно один из подчиненных Дыбенко, Железняк. Оба, кстати, этнических украинцев. Вот. Ну, я просто говорю, вот такая аналогия. Полная. Ну, то есть это обычный государственный переворот, по сути? Да, да. Это когда проголосовали не так, как нужно кому-то, и, собственно, да, порядок... Да, и оказались влиятельные силы, которые недовольны были выбором народа, да. Вот просто вот такая аналогия. Ну, видите, в 2014 году я бы не сказал, что это был прям, как сказать, это скорее уже к следующим же выборам было, там Януковичу оставалось-то. Нет, но в 2014 году было иное, там я проводил корреляцию именно 5-го года с событиями в вашем городе в 2018 году, это была практически полная аналогия. А в 2014 году тут как бы просто не дали досидеть действующему президенту в силу тех или иных своих политических амбиций в этом отношении. То есть выборы никто не оспаривал, хотя они были предвзятые, то есть путем непроведения выборов в тех регионах, которые невыгодны были Порошенко, это было такое. Но тем не менее, выборы Порошенко это одно, а Майдан это другое, потому что выборы проводились на несколько месяцев позже завершения Майдана. Это вот нужно в разные стороны, так сказать.
отмечать. Но это сам, по сути, это легитимизация произошедшего. Нет, ну то Порошенко он не был, он не был в лидерах Майдана. Лидерах Майдана самих кинули. Ну, относительно. Не, я понимаю, да. но тем не менее, все равно выборы нужно было проводить. Да, а если вы имеете в виду Майдан, если вы имеете в виду Укрмайдан 2014 года, в лидерах там были Яценюк, Тягнибок и Кличко. Да, да, я наблюдал со сцены. Тягнибока вообще кинули. Ничего ему не дали. А этим дали успокоительные должности. Ну, Яценюку, в общем-то, нормально дали, премьера. А Кличко дали мэра Киева. Дали ему победить. То есть их не допустили к высшей власти. Все-таки поставили Порошенко. Хотя он не играл ведущей роли именно в Майдане. Ну вот Запад так решил поставить Порошенко. Хотя могли, ну, могли поставить и Яценюка. И Яценюка могли поставить вполне. Если так вот. Все прогнози... Многие прогнозировали, что Яценюка поставят. Ну вот так. Еще какие вопросы у вас по Украине? А вы говорите, следили за событиями в Украине, да? Да. С 14-го года. Знаете, хорошо. Если вы следили, к вам такой вопрос. Вот вы помните момент, когда Янукович... улетает из Киева от Майдана, улетает он в Харьков в конце февраля 2014 года. Такой момент. Ну, я на тот момент я не наблюдал именно за Януковичем, но я знаю об этом событии, да. Вот в Харькове он должен был пойти на съезд юго-восточных губернаторов, которые ради него специально съехались на этот съезд. Угу. Но почему-то не пошел и резко рванул в Донецк. Вот, есть несколько версий, почему он не пошел. У вас какая-нибудь версия есть своя? Ну, смотрите, насколько я знаю, на тот момент уже из его Кончезаспы, по-моему, называется резиденция, уже вывозились ценности. Я могу ошибаться? Межгорье называется. Да, он покинул свою резиденцию под Киевом. Это естественно, раз он из Киева убежал. Он, естественно, сначала вывез оттуда ценные. Это как бы естественно. Если вы переезжаете с квартиры, Вы вывозите из нее вещи. Я полагаю, что на тот момент он уже знал, что будет покидать страну. Нет. Он не знал. Он был полон решимости идти на съезд в Харькове и возглавлять те регионы Украины, которые ему оставались бы верны. Это примерно 10-11 регионов. Те губернаторы которых съехались в Харьков отдать ему, так сказать, подтвердить свое подчинение. Да-да, смотрите, ну парламент уже был захвачен на тот момент. Если бы он пошел на съезд, он бы оставался легитимным президентом, по крайней мере, для этих 11 областей. Он в любом случае легитимный президент, пока его по статье 108 никто не снял. Да, он я согласен. Он в любом случае был легитимный. Покидал он на съезд, не приходил, не имеет значения. Это де юра, а я имею в виду де-факто. Де-факто силовые структуры. Де-факто он собрал вещи и силовые структуры этих 11 областей были за него полностью практически. А, я понял. Вы имеете в виду фактически, что происходило в стране? Кинул 11 областей еще к тому же. Да, он как говорят в преферансе, пронес эти козыри все. Угу. У меня вопрос. У него даже Марьяш не сыграл козырной. Или Туз козырной не сыграл, его замылили просто из колоды. Ну, не его раздача была. Я в преферансе не сплю, поэтому не смогу поддержать вашу иронию. Понятно. Ну так вот, у вас есть версия, почему? Он был полон решимости идти на съезд, ради этого он в Харьков пролетел. Иначе бы, если он хотел вернуть из страны, он бы сразу в Крым отправился на подводную лодку. А он хотел идти на съезд, но... Что происходило в Киеве в тот момент? Ну, в Киеве Майдан ему отказались. Вот. Отказались. Смотрите, там же был такой момент, когда были подписаны соглашения с оппозицией о досрочных выборах. Оппозиция его кинула вместе с послами. Вот, может быть, вот этот кидок и стал, так сказать, триггером для того, чтобы он уже полностью... слинял вместе с областями и со всеми делами. Потому что, смотрите, даже если 11 областей за него, но Киев уже захвачен парламентом, то это либо гражданская война, либо он бежит, понимаете?
Нет, кроме гражданской войны, если, да. Смотри, нет, вы ошибаетесь. Смотрите, 11 областей за него, а Киев и там другие вот эти имена, они против него. Значит, они что делают? Они что половинка должны делать? Они должны объявить свою Украину, как альтернативную Януковичу. Да, да, ну то есть расколоть страну. Да, сути. Именно, это было бы на пользу начать всем. Начать гражданскую войну, нет. О чем я и говорю. Разделение страны это еще не есть гражданская война. Можно мирно разделиться, как Чехословакия в 93-м году. Ну, видите, я исхожу из последствий того, что было, наверное. Вот именно, что вы исходите из последствий. А нужно исходить из того, что не случилось. Вот если бы Янукович пошел на съезд, не побоялся, или там не высчитывал свои какие-то бенефиты материальные, то бы он и сейчас бы оставался президентом. Ну, сейчас, может быть, уже кончился бы его каденция, но в то время бы остался президентом этих 11 областей. А была бы создана альтернативная Украина с центром в Киеве и под остатками в самой Верховной Рады, в самом здании Верховной Рады, это было бы, было бы две Украины. Украина, да, Украина Януковича и Украина прозапада. Никакой бы, какая была причина для гражданской войны в этом случае? Никаких. Потому что симпатии регионов были четко разделены. 11 областей были за Януковича. И остальные области там только 20... Смотрите, Киев, вы считаете, что не стал бы претендовать на эти 11 областей? А как он стал бы претендовать, как он мог претендовать, если легитимный президент находится в одной из этих 11 областях? Как он может... Кто бы претендовал? Опять же, смотрите, так же, как его нарушение с Конституцией в реальности объявили, ну, как сказать, импичмент ему вынесли, да? Ну. Условно. Да? Самоусунулся, как у вас. Если Янукович бы обосновался, как он хотел, в Харькове. А нашли бы другую причину для импичмента просто. Нет, вот и все. Они бы образовались бы две Верховные Рады. В Харьков бы съехались все депутаты, которые за Януковича, а их было не меньше половины. У них была бы своя Верховная Рада, а в Киеве была бы своя. И также все другие, так сказать, силовые структуры бы разделились мирно, причем никакой... Вот, а вы видите, вы из того исходите, утверждая, что это произошло бы мирно. Просто я боюсь, что вряд ли кто-то бы стал бы расставаться с властью мирно. Понимаете? Никто бы не расставался с властью, просто власть бы распространялась на меньшей территории. В том же Киеве, да? Мне кажется, что Майдан не отдал бы, пусть и 11 областей просто так. Он объявил бы себя единственной легитимной Украиной. Он также объявил. Провел бы выборы. И также пошел бы войной на эти 11 областей. Ну как он пошел войной, если бы силы были равные? Хотя бы даже по вооружениям. Почему он пошел войной на Донбасс? Потому что силы были неравные. Если были силы равные, он бы засал пойти войной на Донбасс. Раскол был именно 11 на 11 областей. То есть силы были бы равные. Никто бы ни на кого не пошел. Когда силы равные, когда есть паритет, никто ни с кем не воюет. Ну, видите, к сожалению, это лишь ваши предположения, поэтому... И, честно говоря, я был бы рад, чтобы все сложилось так. Я рад был бы любому сценарию, при котором не лилась бы кровь. Я вам честно скажу. Ну, мы с вами проводим ретроанализ, правильно? Ну, мы ушли с вами в океан несбыточного, того, что не произошло, но могло бы быть. А тут вариации может быть бесконечные. Понятно, что мы проводим ретроанализ, анализируем. Ладно, у вас есть еще какие-нибудь вопросы? Да, пожалуй, нет. А, единственное, вы не сказали, как ваш канал называется, мне уже любопытно. Сейчас я вам напишу. Как зовут вас? Зовут меня Андрей. Ну все, буду рад вас видеть на канале. Всех благ, спасибо за беседу. Взаимно. Всего доброго. Спасибо. Всего благ. Да дурак валяет. Разговаривает. Хронишь передали.
1922 році. Воронежська область. А в 22-му году Львівська область где была? В Австро-Венгрии. Опа, так это не было еще? Ну еще раз зафиксировали, Петр. Зафиксировали то, что я сказал. В Татарстане. В Татарстане нету ни одной школы с татарским языком обучения. Это факт. Это факт. Не реки чуда, поныне за правду воюет. Правда в речах его правды, наломанный грош. А народ, что он под себя что-то оставит, что он созидающая часть населения, что у него ответственность за происходящее, что он определяет и понимает политику и внутреннюю, и внешнюю, и дипломатическую. И он берет на себя ответственность. И вот суть в том, что когда он берет на себя ответственность, их становится таких людей как минимум не один. Ваш сучье семя, а вы ветем за родную Россию, как гуси их рассею, тяжела будет исповедь. Не будет ни Донецкой, ни Львовской власти. Будет